Все, все. Спокойно, спокойно. Спокойно. Быстро! Идите сюда! Осторожно. 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 Выходите, выходите. Где барыш? Сейчас найду. Осторожно. Быстро. Выходите, выходите. Все еще ждет. Горит, брат, горит! Брат! Барыш! Пожалуйста, поторопись! 8 Еще быстрее, я не там! 7 6 5 4 3 2 1 0 Прокурор! Барыш! Саша, нет! Прокурор! Пусть Аллах будет доволен тобой. Если бы не ты, мы бы все сгорели там. Где барыш? Барыш! Не знаю, там, наверное. Прокурор! Все вышли! Фро! Где он, брат? Где? Прокурор! Там есть кто-нибудь? Так не должно быть. Паша, слушай, проверь там. Беги, беги. Я посмотрю здесь. А вы оставайтесь здесь. Выходи, чего ты ждешь? Барыш! Господин. Значит, открыли дверь в последний момент. И переставили бомбу в другое место. Господин, мы хотя бы избавились от семьи Садуллаха и капитана. Никаких хотя бы. Когда меня устраивало хотя бы. Они полностью разрушили мой план. Саваш Ясари и Фарад Булут еще не вышли, господин. Может быть... Никаких может быть. Никаких может быть. Надеюсь, они не погибли. Я хочу, чтобы они медленно умирали, страдая. Барыш! Спокойно! Барыш! Фарад! Барыш! Фарад, выходи! Успокойся. Мы придумаем что-нибудь, найдем его. Где он? Я в порядке. Фарад! Где Фарад? Фарад! Почему не вышел? Фарад! Пожалуйста, выйди, пожалуйста! Фарад, ты в порядке? В порядке, а вы? Мы тоже в порядке. Хаджи и Камбер? Они ждут в машине, идемте! Пригнитесь! Пригнитесь! Этот тип поклялся убить всех нас. Надо бежать, возьми меня за руку, быстро! Быстро! Они вышли, господин. Наши люди идут за ними. Я знаю. Скажи капитану, чтобы отправлялись. Пусть поторопится. Значит, вы забыли, кто такой король. Вы выбрали живыми оттуда. Но пожалеете о том, что сделали. Ни один день. Вы будете умирать каждый день.
Барыш, не выходи. Не надо. Иди сюда, сеньор. Иди. Фурат, нельзя. Прокурор, если выйдешь из машины, он убьет тебя. Не надо. Если испугаемся, он получит желаемое. Вы не выходите. Ему нужен я и Барыш. Ждите здесь. Барыш! Посмотрим, что скажет. Фурат! Что происходит? Мы поняли, ты хочешь всех убить. Но что это такое? Зачем устраивать это все? Бомбы, отели. Пристрелил бы всех нас. Поздравляю вас. Вы выбрались живыми. Оставь это шоу. Скажи, что тебе нужно. Вы должны столкнуться с результатами ваших действий. Да, хорошо. Послушай. Больше нет никакого сотрудничества. Понял? Все кончено. Да, сотрудничество закончилось. Но у тебя появилась новая работа. Ты будешь нести ответственность за картель. Что за глупости ты говоришь? Этот взрыв записан. Ты признаешь свою вину до того, как пресса и полиция все узнают. Ты организовал взрыв. А ты, прокурор, ты все это осуществил. Прокурор Фырат Булут работает с лидером картеля, Савашем Есаи. Превосходный заголовок, да? И? Что еще? Рассказывай. Послушай, этого никогда не случится. Все узнают, что это сделал ты. Но доказательства говорят об обратном. Ты занимался контрабандой, перевозил все на кораблях. Ты отнес туда бомбу. Вы возьмете на себя эту вину. Хорошо. И что сделаешь? Набджан? Выстрелишь в нас? Азлы? Джан? Джан, Джан! Гюге! Что происходит? Послушай. Все, все. Плевать, я хотела на то, что ты король. Отпусти детей. Все, все. Послушай. Отпусти детей. Что ты делаешь? Папа. Все хорошо, сыночек. Ничего не случилось. Не бойся. Джан! Джан! Хватит. Детям страшно. Назлы. Папа. Все, все. Ничего нет. Не волнуйся, сыночек. Бабушка, закончились. Что мне сделать, милый? Мне скучно, давай сходим куда-нибудь. Куда мне отвезти вас в такое время? Бабушка, а что это? Что это? Принеси сюда. Какая шикарная вещь. Сейчас посмотрим, что это. Дети, у меня для вас сюрприз. Иди сюда, Назлы, иди. Оказывается, нас пригласили на вечеринку. Что скажете? Пойдем? Пойдем, пойдем! Да, пойдемте, но сначала нужно подготовиться. Давайте. Назлы! Все, все. Не бойся, дочка, мы здесь. Отпусти меня, я пойду к папе! Ничего не случилось, сыночек. Мы здесь. Ребята, не заставляйте нас доставать оружие при детях. Что ты сделал с моей мамой? Где моя мама? Не волнуйся. Твоя мама дома. Отпусти детей. Отпусти их. Если хочешь, забери нас. У меня и так есть план, Фырат. Через 2 дня, в 9:00 утра, будет пресс-конференция. Там вы признаете свою вину. Видео признано. Понятно? Если хотите получить своих детей целыми и невредимыми, тогда станете заключенными. Такими должны быть отцы.
Все будет хорошо. Мы заберем их. Назлы! Дети! Джан, сынок, мы приедем. Назлы! Папа! Не бойся, доченька, хорошо? Папа! Ничего страшного, мы приедем. Барыш, они уезжают! Друзья, прошу вас. Еще рано что-то говорить. Почему это случилось? Кто и как это сделал? Полиция должна ответить на эти вопросы, это их работа. Я тоже не оставлю это дело. Из-за этого взрыва я потерял своего близкого друга Садуллаха Анзерли. Уничтожили всю его семью. Это было сделано и против меня. Они обязательно за это ответят. Господин Эвкан, почему это случилось на вашем мероприятии? Вы кого-нибудь подозреваете? Господин, а как вы выжили? Говорят, что вы тоже причастны к этому, это правда? Вы ответите? Друзья, послушайте. Через пару дней пройдет пресс-конференция. Там я отвечу на все ваши вопросы. Но сегодня ничего не спрашивайте, пожалуйста. Моя боль еще очень свежая. Господин Эвкан, мы понимаем, но что вы скажете про это видео? Что за видео? Король города или враг? Вы не поверите, когда увидите настоящее лицо Эвкана. Главная бомба взорвется здесь. Следите за нашим каналом. Послушайте, это же средство массовой информации. Не позволяйте этому случаю разрушать мой авторитет. Я все эти годы боролся с наркотиками, насилием, контрабандой. Я бизнесмен, который заработал все своим трудом. А это лишь какие-то утверждения. Не волнуйтесь, вы узнаете правду от меня. Это может быть кто-то из вашего окружения. Все, все, ребята. Что еще хотите сказать? Ваши близкие. Как вы спаслись? Что еще скажете? Он все спланировал. Я хотел выстрелить ему в голову. Но откуда я мог знать про эту бомбу? Как я мог догадаться? Мы могли их убить и той ночью. Мы должны были рисковать жизнями детей. Джан так звал меня. Мы ничего не смогли сделать. Ты понял теперь, чем угрожал мне? Понял, каково это, когда отцу угрожают тем, что убьют его ребенка? Понял, что значит отдавать своего ребенка какому-то мерзавцу? Моя дочь и так все это время была у убийцы. Сейчас ничего не изменилось, только имена. Ты несправедлив, прокурор. Я никак не навредил Назлы. Но этот тип все может сделать. Вы одинаковые, ясно? Для меня одинаковые. Ты все еще нападаешь на меня. Давай устроим нападение, пока Эвкана нет дома. Все еще говоришь про это. В его саду есть целая армия, не видел? Что будем делать? Будем бороться, подвергать жизни детей риску. А что нам делать? Признаем вину и попадем в тюрьму? Я и так не виновен. Это ты виноват. Не нужно считать нас одинаковыми. Раз не можем попасть в его дом, так надо всем рассказать о том, какой он плохой. У него есть все, чтобы погубить нас. Он никак не связан с преступлениями. Как мы докажем? Вышел. Господин Эвкан, как вы спаслись? Пожалуйста, прошу вас, один вопрос. Мы должны доказать, кто взорвал бомбу и кто является главой этого картеля. Мы узнаем, откуда он взял бомбу. Мы даже не смогли доказать то, что он сеньор. Как мы сделаем это? Хорошо. Возможно, он не совершал преступления. Но деньги получает он. Он собирает эти деньги. Используем это. Как он переводит деньги? Если бы нашли это... У нас есть 2 дня, прокурор. А если не сможем доказать? Тогда ради детей отправим все в тюрьму. Я и так был там. Для меня ничего не изменится. Главное, что моя дочь не пострадала. Ты же хотел отправить меня в тюрьму. Ты не оставишь меня, да? Послушай, ради наших детей. Прекращение огня.
Ты мне не враг до тех пор, пока не избавимся от короля. Но и до тебя дойдет очередь. Садуллах и его семья погибли. И капитан. Якобы все камеры не работали. Если поверишь. Я сама посмотрю, малыш. Хорошо, прокурор. Какой у тебя план? Ничего себе. Эти двое снова вместе. И что это? Отношения, любовь, ненависть? Клянусь, я сойду с ума. Честное слово, еще немного, я окончательно с катушек съеду. Мы потеряли нашу работу. Как здесь крыши не поехать? Шеф, если он не ответит за это, я умру. Они оба ответили. Господин Саваш не послушал меня, но я найду тех, кто послушает. Вся его жизнь – ложь. Что это за ложь? Сойдешь с ума, когда узнаешь Муджахид. Думаю, мы напрасно теряем время. Я сейчас позвоню в полицию и сдам прокурора Фарата Булота. Саваш и Исари тоже арестуют за то, что он ему помогает. Вот и решение этой проблемы. Оставь телефон, Муджахид. Приезжайте в компанию. Постарайтесь уничтожить все документы, связанные с ним. Если найдете что-то, что загонит его в угол, оставьте. Малышка? Как скажете. Разумно, малыш. Джимре, постараемся выяснить насчет бомбы. У меня есть план получше. Они все получат. Исари, прокурор, я уничтожу их всех. Мы получим выгоду, вот увидишь. Да и лахша. Этот дом. Только представь, как семья будет шокирована, Фарат. Твой отец и твой муж оказались террористами-смертниками. Капитан. Он не мог справиться один. Ему точно кто-то помог. Если найдем его, то найдем и другого. Пойдем поговорим. Господин, вы не можете пройти. Отойди. Якуб? Добро пожаловать, господин Захид. Где Афган? Он сейчас занят, господин. Отойди, иначе задавлю тебя. Господин Захид, пожалуйста. Афган! Что ты хочешь сделать? Моя жена больна. Зачем ты останавливаешь больную женщину и забираешь моего внука? Что ты хочешь сделать? Добро пожаловать, Захид. Если ты спрашиваешь про внука, то не переживай, он здоров. Саваш не может взять эту вину на себя. Ему придет конец. Тебя не волнует жизнь твоего внука? Как хорошо. Это облегчит мне дело. Твое предложение разрушит нашу семью. Саваш не только мой сын. В то же время он управляющий всеми компаниями холдинга Исари. И член моего картеля. И идиот, который испортил мне все планы. Сын и отец, вы будете терпеть последствия своих поступков. Эвкан, давай решим это дело по-другому. Как решим? Например, забудь про Саваша. Приведи мне моего внука, и я переведу на тебя все яхты холдинга Исари. Мне не нужны яхты. Моря принадлежат мне. Эвкан, когда-то ты работал на моих суднах, будучи неопытным юнгой, я помог тебе, и ты достиг того, что имеешь сейчас. Захид,
Вот. Я и тебе протягиваю руку. Если вы будете работать со мной, то подчиняйтесь мне. Уведите его. Уведите. Счастливо. Для начала соболезную вам. Мы добровольные адвокаты, и мы здесь, чтобы помочь вам. Я понимаю, вам сейчас может быть трудно отвечать, но капитан вам что-то сказал, прежде чем вышел из дома? Он совсем не рассказывал мне о своей работе, и в новостях кучу всего говорят. Я запуталась уже. Еще раз соболезную. А ваш супруг разговаривал в последние дни с кем-то подозрительным? Дочка, клянусь, у меня больше нет сил на то, чтобы рассказывать. Я рассказала все, что знаю, и полиции, и тем людям, которые приходили. В смысле? Кто эти люди? Они сказали, что приехали из компании, а потом поговорили с моим сыном. Ваш сын дома? Я могу с ним поговорить? Синан! Здравствуйте. Синан, сынок! Не переживайте, мы просто хотим знать правду, понятно? Синан! Стой! 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 Синан, стой! Стой! Подожди! Стой, брат. Мы тебе не навредим, успокойся. Не хватило вам? Не хватило? Вы забрали отца. Вы забрали у него репутацию. Чего еще вы от нас хотите? Хорошо, успокойся и послушай меня. Послушай. Мы пришли сюда не чтобы вредить тебе или твоей семье. Твой отец стал жертвой подставы. Понятно? Он пожертвовал собой ради вас. Да, так не должно было быть. Мы не смогли спасти твоего отца, но позволь нам хотя бы спасти репутацию капитана. Послушай, Синан, я тебе могу гарантировать одно. И это справедливость. Ты слышал? Если ты хочешь, чтобы справедливость восторжествовала, то не бойся. Позволь нам помочь тебе, хорошо? Давай, Синан. Продолжай, малышка. Продолжай. Мы должны избавиться от всех подозрительных поставок. Столько документов, и на всех подпись Саваша стоит. Даже имени сеньора тут нет. Этот наш идиот отмывал все грязные деньги через наш холдинг? Большую часть. А то, что не доставало, отправлял за границу и вносил в счета, которые открыл на имя Бюге. То есть и Бюге тоже в беде? Да, именно так. Но этот придурок зарабатывает больше денег, чем мы. Как он отмывает такое количество? Фурат прав. Когда мы поймем всю систему транспортировки грязных денег сеньора, вся власть окажется в наших руках, малыш. Мы спасемся. Посмотри на это. Иду. Чего, Джейда, я работаю. Господин Саваш, пришли все досье, которые вы просили из отдела логистики, а это то, что вы хотели из фонда Ясари. Хорошо, спасибо. Господин Захир ждет вас у себя в кабинете и сказал, что это срочно. Хорошо, дорогая, хорошо. Папа сказал, что встретится со своим другом. Но при этом он верил мне мою маму и брата, когда уходил. Будто знал, что не вернется. А потом? Потом какой-то человек приехал и забрал отца на машине. Кто эти люди? Ты их знаешь? Не знаю. А номера помнишь? Да, помню. Отлично, молодец. Джимре, отправь номера Саше, пусть найдет владельца. Я схожу с ума от мысли, что мы работаем вместе с ним, но ради нас зла я закрою рот. Хорошо, ты права, я понимаю тебя. Спасибо, брат. Как и сказал твой отец, будь всегда рядом со своей семьей, хорошо? Позаботься о них, остальное нам не договорились? Договорились. Какие были номера? 34. То есть, ты ничего не знаешь из того, чтобы прижала сеньора в угол, да? И если ты что-то знаешь, то скажи мне.
Я так и сказал. Пошел, открыто поговорил с Эвканом. Что еще я мог сделать? Ты подумал, что отдаст тебе Джанна из-за парочки твоих угроз? Ты думаешь, я не догадался бы вломиться к нему домой? Я захотел напомнить им. Ясари. Если бы ты сдал себя, как член организации, и сел бы в тюрьму, то знал, что произойдет с нами, да? Сначала твоя фамилия Ясари. Ох уж этот Ясари. На самом деле, я это и пытаюсь сделать, знаешь? Пытаюсь спасти твоего внука. Лучше бы ты о проблеме думал так, как думаешь о своей фамилии. Послушай, я пытаюсь спасти Джана из рук того жалкого типа, считающего себя королем. И я могу ради этого и умереть, и убить. Понял? Потому что я очень люблю его. Отцовство — это не только оставить имя. Ты становишься отцом, когда любишь его всем сердцем. Перестань уже думать об этом. Как мама, ты должна это сделать. Ты должна пойти в полицию и рассказать обо всем. Расскажи про Саваша и про барыша, про картель, про сеньора, про все. Ты испытывалась своей же жизнью и молчала. Но теперь тебя испытывают сыном, и ты не будешь уже молчать. Дорогая Бюге. Пусть горит кто угодно, и не думай об этом. Если понадобится, гори сама, но спаси Джана. Привет. Как вы? Вы, наверное, испытываете стресс от того, что думаете, что это путь к спасению. Такой вероятности нет. То есть полиция не ответит на вопросы, на которые вы ищете ответы. Только я могу ответить. Вас интересует ваш сын? Джан с Назло очень хорошо позавтракали. Я пожарил им хлеб, они поели яйца, выпили молоко. Вот так ты становишься королем. Взрывая бомбу, похищая ребенка. Делая все, что нужно. Порой расплачиваясь, а порой заставляя расплачиваться. Знаете, что я сделал бы на вашем месте? Не пошел бы в полицию. Они вам ничем не помогут. Я помог бы Савашу. Это самый правильный путь для вашего сына. Поедем. Такое может быть, Камби. Я еще с ночи думаю, накручиваю себя. Я с ума сойду. Прокурор вот-вот уже докажет свою невиновность. А теперь возьмет на себя действие с бомбой. Что этот хочет от прокурора? Что прокурор сделал ему? Не знаю, Хаджи, не знаю. Не знаю, но вот что я тебе скажу. Если прокурор и теперь ничего не сможет найти, то он возьмет на себя вину за дочь. Ради Аллаха, перестань говорить. Если прокурора поймают, то нам всем конец. Он обязательно найдет что-нибудь. Да, брат, прокурор-то найдет что-то, но он сейчас работает же с бесчеловечным барышем. Это меня пугает. Это дело заставляет меня сомневаться. Посмотрим. Хорошо, Камби, ты прав. Но подумай так. И у тебя есть ребенок, и у меня есть ребенок. Когда речь заходит о родном ребенке, то человек и с дьяволом может сделку заключить. Что мне врать? Ты правильно говоришь, товарищ. Это же ребенок. Человек уже ничего не видит. Ладно, постой. Как-то решится. Камбер! Пришел. Осторожно, парень, упадешь. Все, мы спасены, парень. Спасены. Купон пришел, пришел. Показывай. Это настоящий купон. Начать? Начинай. Ты богатый, богатый. У нас теперь есть 10 миллионов, 10 миллионов.
Единственная проблема в снятии. Но я и это решу, не переживайте. Паша, слава Аллаху, это сегодня пришло. Аллах, как хорошо, что мы сегодня получили хорошую новость. Брат, поздравляю! Послушайте, от Фера есть новости? Еще нет, ждем. Ну вот, прокурор позвонил. Говори, прокурор. Где? Ты отправь адрес, мы приедем. Хорошо. Прокурор нас зовет. Надо замаскироваться, обязательно. Паша с 10 миллионами. Ранга! Ба-ба-ба-ба. Эй, Орвы! Паша, тебя теперь называть сеньором? Нет, не хочу. По венам текут деньги! Деньги! Я его спрашиваю. У тебя есть что-то, что заведет сеньора в тупик? Он мне все еще о фамилии нашей говорит. Я его и как отца, и как мужчину, и как дедушку. Посмотри на это. Фират уже нашел имя, которое связано с бомбой, а мы тут все еще уборку делаем. А прикинь, если прокурор оправдает себя, а я сяду в тюрьму. Я не позволю ни за что. Речь идет о моем сыне, Саша. Если я не могу найти достаточно улик, чтобы справиться с сеньором, то я вынужден взять вину на себя. И Фират сделает так же. Ты же говорил, что никто с нами ничего не сможет сделать. Ты говорил, что защитишь свою семью, даже если сгорит весь мир. Где мой сын? Я знаю. Обещаю тебе, что с Джаном ничего не случится. Я решу, жизнь моя. А если не могу, то возьму всю вину на себя, не переживай. Да перестань, все одно и то же. Этот тип пришел и забрал нашего ребенка. Ты понимаешь это? Я тебе говорю, что он забрал нашего ребенка. Я ничего не знаю, он в порядке или нет, нуждается ли он во мне. Я все время чувствую его запах. Люге, успокойся. Пожалуйста. Как мы с Назлы ничего не сделали, так и он ничего не сделает с Джаном, пока не получит то, чего хочет. Ты же понимаешь, что говоришь о моем сыне? Это что за спокойствие? Все то же самое. Вы... Что вы за люди такие? Как зло проникло в вас, что вы можете сохранять такое хладнокровие? Я пытаюсь сказать что-то хорошее. Ты не можешь говорить ничего хорошего, знаешь почему? Потому что у тебя плохое сердце. Кровь на ваших руках испачкала лицо детей. Хватит, беги, хватит. Я напомню тебе, что ты уже долгое время рядом с этим злом. Поэтому успокойся. Спасем нашего сына, хорошо? Выйди, я поговорю с барышем наедине. С удовольствием. Нет, не выйдет. Выйдет! Не выйдет. Послушай меня, хватит. Не только тебе больно. У меня в голове тоже землетрясение. Но я вынужден оставаться спокойным и составить план, чтобы спасти своего сына. Саша мне в этом помогает. Понимаешь? Делай тогда, ты не делаешь! Невестка, что ты делаешь? Разве не стыдно? Уходишь без привета. Что ты тут делаешь? Вы же с господином Савашем должны быть вместе. Что ты тут делаешь? У тебя все так же, никаких изменений. Там же, где я тебя оставила, бессонные ночи продолжаются. Продолжаются. Причем до самого конца. А тебе какая разница? Пойдем со мной на улицу. Не нести бред. Не нести бред? Не нести бред! Ты объединилась с Савашем и подставила меня. Просишь не нести бред? Барыш, пожалуйста. Я беременна. Поздравляю. Вы же всего месяц с этим человеком. Беременна. Ты же вышла замуж за Саваша, потому что была в тяжелом положении. У твоего папы были же долги. Барыш, если послушаешь... Что я буду слушать?
как тебе хотелось поскорее стать женой для Саваша. Послушай меня. Не нужно говорить про то, чего не знаешь. Чего я не знаю, например? Что это? Расскажи. Не знаю, подумай, если хочешь. О чем? Ты же про все знаешь, барыш. Если хочешь, и про это подумай. Хорошо? Хорошенько подумай. Барыш, ты увидел Бюги и растерялся, да? Понимаю тебя. Иди сюда. Иди сюда, садись. Садись. Давай, расскажи про свою проблему, я послушаю. Расскажи. Не думай об этом, брат. Я твой брат, Эвкан. Расскажи давай. Господин, прошу прощения, но есть проблемы с последней доставкой. Расскажи еще про то, как ты отмываешь деньги, если хочешь. Разве сейчас время для этого, Сами? Иди отсюда, чтобы я тебя не видел. Барыш, я твой брат, Эвкан. Расскажи, сынок, что случилось? А? Брат мой. Что твой? Брат мой. Ты всегда сначала сводила меня с ума, а потом приводила в чувство. Я очень люблю тебя. Что происходит? Саша, посмотри. Посмотри, есть ли до сих пор рядом с сеньором какой-то Сами. Он до сих пор отмывает деньги благодаря ему. Здоровья твоим рукам. Мы будем действовать против сеньора вместе, пока не заберем детей. Пока это дело не закончится, нельзя проворачивать дела за спиной и подставлять, и сообщать в полицию. Да, так нельзя делать. Мы будем действовать сообща. Наверное, вы не раскроете меня, да? Когда это дело закончится, каждый заберет своего ребенка. Назлы останется со мной. Однако ты отправил ко мне Хаджи. Ты мне должен. Назлы останется со мной, барыш. Посмотрим. Никаких посмотрим. Назлы со мной, я сказал. Понял? Вставайте, пойдем. Хорошо, хорошо. Ладно. Хорошо. Мы делаем это ради наших детей. Нам нужно что-то доказать до собрания этого мерзавца. Насчет того, что бомба его рук дело. А еще про то, как он отмывает деньги. Не джип я ваш. Это он привязал бомбу на капитана. 4 года назад за ним устроили слежку, однако никакого результата не было. Позже никакого расследования также не было. Потому что он устраивает встречи в местах, где нет защиты. В хамаме. Хаджи и Камбер, хамам на вас. Вы должны вести себя очень умно. Мы должны привлечь его внимание, он не должен нас подозревать. Он всего лишь наемник. Нам нужно узнать имя крупной рыбы, которая приказала сделать это. Не переживай, прокурор. До этого дня вы знали меня как заключенного. Но я снова стану человеком из клана. Обещаю. Закончилась горечь. Теперь переходим к турецкому локуму. Сами Иоглу. Выглядит очень простым человеком. Но есть одно но. Этот тип отмывает деньги сеньора. То есть он очищает все за сеньором.
Прошу прощения, я не специалист в этом деле, как вы. Можете мне тоже рассказать, что случается с деньгами? Мне так жаль тебя. Такие люди, как сеньор, зарабатывают нелегальным путем. Наркотики, исторические артефакты, кража оружия и казино. Но так как эти деньги нелегальны, их нельзя пускать в оборот. До тех пор, пока за дело не берутся очистители. У сеньора есть специальный метод. Они находят победителей лотереи и выкупают у них билеты. И победитель лотереи продает этот билет. Ну а сами отмывают миллионы долларов. В итоге грязные деньги пускают в оборот и снова возвращаются ему. Феро, я сожгу купон, брат. Паша? У меня есть купон на огромную сумму денег. Если пойти с этим купоном, он нас точно примет. Саша и Паша, вы стали хорошей парочкой. Вставайте и идите к Сами. Тогда Хаджи и Камбер, вы в хамам. Как это? Мы пойдем в хамам как парочка? Прости, Всевышний. Камби, успокойся. Хорошо, прокурор. Я пойду и покажу ему силу клана. Ты не переживай.